20 лет на базе СРФТИ работает кафедра теологии. В честь этой даты в рамках 17-х Саровских чтений «Православное лето 2021» прошла Всероссийская конференция «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность», где были различные приглашенные, они участвовали в онлайн-конференции. А помимо этого, также разделились на две секции, которые были в точном формате уже малым узким кругом людей. Это наша секция «Наука и религия», и вторая секция, которая была, это «Молодежь и церковь». Секция «Диалог науки и религии» прошла в стенах духовно-научного центра Саровского монастыря. Возглавил секцию настоятель обители игумен Никон. За круглым столом студенты физико-технического института и представитель духовенства поговорили о том, как соотносятся такие понятия, как религия и наука, есть ли у них точки пересечения. Также собеседники обсудили и важные философские вопросы. Я для себя нашел много новых вопросов на, казалось бы, какие-то простые для себя понятия. И даже вот самое простое взять то, что мы живем в таком сложном и разнообразном мире, но на самом деле в нем все связано, такие вещи, как наука и религия. Тема круглого стола не оставила студентов равнодушными. Учащиеся дискутировали, обсуждали и задавали игумену все интересующие вопросы. На живых и понятных примерах председатель секции объяснял, как связаны научное и религиозное знание. В чем ребят привлекла эта, наверное, тема больше? То, что все-таки они получают высшее образование, да, связанное с наукой, и у многих до сих пор, наверное, есть впечатление, что наука и религия – это все-таки немного разные стороны, да, расходятся понятия. Но, тем не менее, сегодня у нас в секции дали, наверное, понять, что наука и религия – это они, наверное, не то чтобы разные, они, наверное, дополняют друг друга. В конференции «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность» приняли участие как саровчане, так и представители из Лондона и Кембриджа. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.